Юлия Хованская более 10 лет работает модельером, создавая уникальные модели одежды. Сначала Юлия получала образование портного, а потом, уже став семейной женщиной, матерью, решилась учиться на художника-модельера. И во время учебы считалась одной из лучших учениц Евроуниверситета, участвуя в выставках и показах. Работа началась с маленькой мастерской, где вдвоем с коллегой Юлия творила одежду по индивидуальным заказам для клиентов. Создавала форму, но не рабочие робы, а, например, исторические костюмы для одного французского ресторана. И сейчас с новой коллекцией Юлия Хованская выходит на новый уровень, предлагая одежду из натуральных благородных тканей, украшая их эксклюзивными деталями, сделанными вручную. Пока что нас вот двое мы работаем. Я делаю аксессуары и краю. Помощница моя мне помогает шить. Пока что нас двое. Но надеюсь, что в скором будущем нас станет больше. Но сейчас первый этап у меня – это открыть все-таки свой магазин и студию, которая... По желанию человек мог бы прийти и заказать то, что ему понравилось в магазине. Созданная коллекция от кутюр стала возможна благодаря помощи признанных мастеров своего дела – визажиста Ланны Валла, парикмахера Ольги Церус, а также организатора модных показов Анатолия Эйна. Коллекция была предоставлена абсолютно для разной целевой аудитории и разной также возрастной категории людей. То есть так от самых молодых до зрелых мам, в принципе, могли для себя найти что-то очень интересное. Как яркие, более светлые, более пастельные тона, точно так же и темная была цветовая гамма использована. Вот, поэтому можно было для себя выбрать как какие-то, может быть, повседневные коктейльные платья, точно так же можно было выбрать что-то и вечернее. Юлия признает, что в Эстонии создавать коллекции, в которых каждая строчка и выточка выверены до миллиметра, а ручной труд занимает дни и ночи напролет, нелегко. Однако еще труднее отказаться от своего призвания, которое заключается не в умении хорошо шить, а в том, что ты не можешь себя представить без этого. Юлия Хованская относится именно к этой категории творческих людей. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.